Глава государства подчеркнул, что соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку прошли очень успешно. Отметил, что в Азербайджане и до этого на высоком уровне организовывались чемпионаты мира и Европы по гимнастике и другие представительные мероприятия. Президент Международной федерации гимнастики Муринари Ватанабе выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за успешное проведение соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку и в целом за поддержку этого вида спорта. Муринари Ватанабе также передал поздравления в связи с высоким уровнем организации первых Европейских игр в 2015 году. Он выразил надежду, что на Олимпийских играх в Токио в 2020 году азербайджанские гимнасты добьются успехов. Глава государства поздравил с проведением этого важного спортивного мероприятия в Токио. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что развитию спорта в Азербайджане уделяется большое внимание и с каждым днем растет увлечение молодого поколения спортом. Генеральный секретарь Международной федерации гимнастики Андрей Гайзбек Бухлер отметил, что Азербайджан добился невероятных успехов в области спорта, развития страны в целом. Он сказал, что процессы большого развития, происходящие в Азербайджане в последние годы, производят глубокое впечатление. Президент Ильхам Алиев отметил, что в нашей столице и других регионах осуществляется широкомасштабная созидательная работа, с удовлетворением подчеркнул строительство самой современной спортивной инфраструктуры, в том числе прекрасного гимнастического спортивного дворца. Гости оценили работу, проводимую в Азербайджане в области гимнастики, как большой вклад в развитие гимнастических видов спорта в мире. Первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева, сказала, что гордится тем, что руководит Федерацией гимнастики в нашей стране и особенно достигнутыми в этой сфере успехами. Она отметила, что когда в Азербайджане закладывалась основа развития гимнастики, этот вид спорта был не очень популярен. А сейчас в гимнастике проявляется большой интерес, в частности, большое число девушек хотят заниматься этим видом спорта и участвовать в соревнованиях. Это очень большое достижение, и мы гордимся этим. В заключении было сделано фото на память.